Наладить коммуникацию между студентами и потенциальными работодателями, сформировать кадровый потенциал в сфере информационных технологий, обсудить меры поддержки. В Поволжском государственном университете телекоммуникации и информатики состоялся форум «Кадры для цифровой экономики». В диалоге с будущими IT-специалистами депутат Госдумы Александр Хинштейн и замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны Максим Паршин. Самарская область традиционно сильна, как IT-шный регион. Действительно, здесь есть ряд компаний, которые отсюда, так скажем, родом, которые дальше уже развиваются и на общероссийском рынке, многие из них выходят и на глобальный рынок. Поэтому, да, Самара – это один из опорных регионов, если говорить об отрасли IT и информационных технологий в целом. В рамках форума состоялся круглый стол, где выработали несколько важных предложений. Это создание центров сертификации IT-специалистов, налоговые льготы для компаний, которые вкладываются в развитие вузов, и формирование в университетах попечительских или управляющих советов из представителей бизнеса. Сегодня IT-сфера, цифра на подъеме. Доходы у бизнеса высокие. И, на мой взгляд, будет справедливо, когда сама отрасль начнет вкладываться в подготовку кадров для себя, для общества и для страны на завтрашний день. В прошлом году регион вошел в число лидеров по рейтингу одной из ведущих ассоциаций разработчиков программного обеспечения. Это Русофт. Мы там находимся сейчас на 6-й позиции. Это первое. С точки зрения роста оборота самарских IT-компаний за последние 3 года, ну, он составил 50%. Вот. И по уровню маржинальности мы сейчас 2-й в Российской Федерации. То есть с точки зрения потенциального применения знаний и навыков, конечно же, потенциал достаточно большой. Для студентов организовали ярмарку вакансий. Учащиеся узнали, какие специалисты в сфере IT востребованы сегодня в регионе, и напрямую пообщались с работодателями. Большой выбор. Рассказывают обширно, интересно и завлекают свою аудиторию. Знакомлюсь с некоторыми компаниями. Я понимаю, в моей голове определенно какая-то складывается картина, представление о той или иной моей будущей специальности. Я считаю, что это очень интересно. Даже если не брать обстановку, которая сейчас происходит в мире, это всегда будет максимально актуально, потому что не зря сюда идут из-за тенденции развития вообще информации, какие-то техники. Все будет больше, значит, все будет больше информации, надо будет больше защищать ее. По словам участников форума, такие мероприятия помогают молодым специалистам стать востребованными в новой цифровой эпохе. У нас 95% выпускников работают по специальности. То есть это прежде всего наши компании. Очень много выпускников работают уже и в столичных компаниях, поэтому здесь у нас проблем нет. А такое мероприятие, оно еще больше укрепляет веру в себя студента, что ты всегда найдешь себе место на рынке труда. Также для студентов подготовили тематические викторины, памятные призы, а представители самарских IT-компаний продемонстрировали свои разработки. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.